Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы возвращаемся в ремастер «Когда соседи» от Social Media Live, собственно говоря. И, короче говоря, режим «Сладкая месть». Короче, я научился проходить первый и второй сезон на 100%. Я, короче, не подумайте, я не смотрел никакие ролики на YouTube, потому что я не вообще сначала искал, но не нашел ни одного. Как эти уровни проходят на 100%, поэтому разбирался сам, потратил на это где-то часа два, но в итоге разобрался. Сложнее всего было вот с этим уровнем, конечно. Впрочем, и я, короче, сделал опрос, что сначала записать, поиграть в третий сезон, или сначала сделать видео по прохождению первого и второго сезона на 100%, гайд сделать. Ну и в итоге в голосовании победил первый вариант — поиграть сначала в третий сезон. Ну что ж, как вы проголосовали, так и будет. Собственно говоря, что по новостям? Вот недавно выходил ролик, где я там, короче, комментировал такой провокационный, я бы даже сказал, ролик от Шреда Game Channel, который он 7 января выпускал, где он там оправдывал Social Media Live по поводу разработки их ремастера. И, короче говоря, там... Он косвенно там оскорбил меня. Он там не называл мое имя, но было сразу понятно, о ком он говорил. Собственно говоря, мы это еще обсудим. Мне подписчик один, короче, скинул скриншоты из Discord-сообщества «Пока до соседа», которым руководит, собственно, это же Social Media Life. То есть их сообщество в Discord. И там, короче, они мои видео один с другим комментировали, говорили, какой я там лох. Вот, собственно, где было видео, где я баганутый этот второй сезон проходил, пытался пройти, точнее, они там говорили: господи, какой он лох, даже я с горя пополам прошел, а он не смог, какой позорище, боже ты мой. Ну, господи, ребята, так дело в том, что я на видео второй сезон играл в первый раз, как бы первый взгляд на этот второй сезон был, я его даже не открывал, я ничего вообще не знал, что тут будет. И, собственно говоря, первый взгляд, чтобы показать вам, как бы, эмоции, как я первый раз вот это все вижу. Конечно, я не могу с первого раза это все пройти и освоить. Как вы думали-то? Собственно, сегодня будет то же самое, вот с третьим сезоном. Я не открывал его еще, я понятия не имею, что там будет. Поэтому не судите строго. Не удивляйтесь, что я буду тупить. Я не видел еще, что будет в третьем сезоне. Ну и, кстати говоря, мне не соврали по поводу того, что, да, действительно, если пройти первый и второй сезон на 100%, то откроется вот этот бонусный уровень. Но его мы посмотрим в следующий раз. Сегодня посвятим время именно третьему сезону. Первое. День стирки. Оказывается, что у Ротвейлера и другая одежда, помимо грязной, есть. Помимо грязной майки. Сегодня у него стирка. Сет от перподвала гоняет стиралку с сушилкой. Потом уже белье нужно погладить, не забыть покормить очередных питомцев соседа рыбок. Вуди тоже нужно кое-что закинуть в стирку. Ну что ж, давайте попробуем. Короче говоря, по поводу того видео. Да, как я и предполагал, сначала эти комнаты будут закрыты, потому что и в втором сезоне то же самое было. Их должен открыть сет через какое-то время. Короче говоря, как я и предполагал, по этому... Ох ты ж, ё-моё, повезло. Как я и предполагал, Шред, собственно, посмотрел вот это мое видео, где я комментировал, собственно, его видео. Ну, во всяком случае, он про него знает. Не знаю, смотрел или нет, но во всяком случае, он его знает. Но более того, кроме этого, после выхода этого видео, Social Media Life у себя в группе ВКонтакте снова занесли меня в бан. За то, что я якобы нарушил два пункта правил. Это третий и седьмой. Ой, я не знал, что тут собака. Я не заметил собаку. Чего? Реально, я не заметил нифига. А, стоп. Тут ничего нету. Короче.
за то, что я нарушил третий и седьмой пункт правила, это оскорбление администрации группы, а второе это то, что я это изложение ложной информации. Вот только дело в том, что я не нарушал ни того, на самом-то деле. Как бы правила группы, это вроде касается как правила поведения в группе получается. Именно правила поведения в группе. А я не, как бы в этой группе уже давным-давно не был. Уже, наверное, год я как там ничего не писал. И вообще туда, ну как, заходил иногда. Но поскольку в 2022, да, я, кстати, ошибся, не в 2021, а в 2022 они как там высирались в мою сторону, я после этого ничего там не писал, ничего не лайкал, то... в смысле? А как он? В смысле, так он же не успел проснуться-то. Что за ерунда-то такая? А, это или из-за того, что я типа подошел... А, подождите, что подсказки? Раскидывая шарики, присмотритесь к полу, может где-то сосед их не заметит. Так что, также осторожней с сом, который ходит туда-сюда и загораживает... А, ясно, я понял. А я в группе... Ну, короче, как бы я в группе ничего не делал давно. А теперь спокойно можно будет пройти туда. Все же они меня все-таки забанили за этот ролик. И вовсе на самом деле они меня забанили не по этим причинам, которые они сказали, а просто из ненависти. Я уверен, что ни Шред, ни они даже этот ролик не смотрели от меня. Просто 5 минут так глянули и такие, о, понятно, сейчас он опять будет поливать Шред и нас грязью опять там будет поливать. Опять лгать там будет, звездеть сейчас опять будет, как он всегда делал, собственно, по их словам. По их мнению. Ну и... Хорошо, я все взял. Пакость я сделать там уже не успею. Приступим к вот этим. Перейдем кверху. Сосед где-то не заметит шарики. Предмет что-то не переключается, заключилось что-то. Я не... А, ладно, может в следующий раз сработает. Да я не нож просила, вот это! Корм для птиц, вот. Вот так. Кроме того, кстати, Шред в своем ролике говорил, что он готов как бы помочь финансово Social Media Life. Ого, ничего себе, у него там жесть какая началась. Ты куда пошел, дебил? Не понял, а шарики куда исчезли? Вы только что это видели, шарики просто взяли и а Вуди не хочет прятаться в шкаф. Замечательная игра, баганутая, конечно. Так вот, короче, я заметил, узнал, оказывается, Шред к Social Media Live, группу ВКонтакте, он к ним в админы записался. Теперь он у них администратор тоже. Thank you.
Погодите, а стиральная машина что ли не сработала? Не, игра вообще баганутая, конечно. Что это такое? Вы... куда? Господи ты, боже мой, что за херня-то? Что происходит в этой игре? Что за хрень в этой игре творится? Я просто не понимаю. А прикол, он не прячется в шкаф. Во, сработало наконец-то. Только вот шариками в чем прикол? Я вообще шарики как бы не трогал. Сейчас я их не ставил. Ну-ка попробуем еще раз. Правой кнопкой нажимаю. Где он их возьмет сейчас? Что за ерунда-то такая? Ну как? Ну, то, ну он их подобрал и как бы ничего. Короче, пожалуйста, фиксите эти баги. Это ненормально. Это неприятно. Недопустимо это. И шкаф не работает в этой серии, походу. На этом уровне. Он в него не залезает. Он просто стоит на месте. Короче говоря, Шред, он по сути теперь тоже часть Social Media Life. Скорее всего, ему, кстати, дали эти полномочия для того, чтобы как раз-таки это бороться со мной более эффективно. Я другого варианта не вижу. Похоже, этот уровень уже пройти не удастся. Я все из-за этого бага с шариками. Короче, пропускаем его. Я, как уже говорил, это не совсем прохождение даже. Это как бы первые попытки, первый взгляд на третий сезон. Прохождение я как бы уже сделаю гайд, когда уже разберусь, как точно правильно проходить. Давайте следующий уровень посмотрим. Безумный фитнес. Кажется, кое-кто всерьез решил заняться спортом и понатаскал со свалки самых различных тренажеров. Тут тебе и штанга на 80 килограмм, и пособие по йоге, и велотренажер, и просроченный гейнер, и даже личный батут, своя качалка. Единственное, чего не хватает для тротрейлера, это личного тренера. Давайте попробуем им побыть. Правда, с небольшим... Он прыгает на улице на скакалке, что ли? Вот беда. Так, ладно, с этим вроде разобрались. О, окно открыто, ничего себе, прикольно. Вот, кстати, вот я уже говорил, я абсолютно уверен, что они этот мой ролик не смотрели, 5 минут посмотрели и все, он тут по-любому звездит, все, давайте его сразу, этого гада в бан, он нам еще за все ответит. Я уверен, что так и было. Рыбок, видимо, не кормит или кормит, что-то он сейчас не кормил их. Так вот, видимо, они явно не знали, что я как бы в этом видео, в котором от Шреда, я, в принципе, он там оправдал их в разработке ремастера, и, в принципе, я согласен был со всем, что он сказал про это, за исключением того, что он сказал про самый первый трейлер. Он там сказал, что, мол, ну, типа, это... Типа это мог быть, в котором написано, что Neighbors from Hell Remastered coming in 2020.
Он сказал, что это мог быть трейлер не обязательно полной версии, а может вообще какой-нибудь демки, там начало фундамент и все такое. Не, в принципе, может быть такое. Может быть такое, в принципе, ничего не исключаю. Но все же в этом трейлере разработчики не дали никакого понятия, что в подвал я не зашел. Не дали никакого понятия, что это мог быть трейлер демки какой-то. Все, кто смотрел трейлер, были уверены, что это именно про полную версию было, говорилось. Ну что-то с холодильником можно сделать явно. И как бы получается, что как бы в этом трейлере был анонсирован выход ремастера на 2020 год, сейчас 2024, и полной версии до сих пор нет. Ну то есть все равно как бы все же получается, что Social Media Live тут опять обосрались. И что я и предполагал, собственно, в том же 2020, что нифига не выпустят они ничего. Я поторопился опять. Как, собственно, они с некоторыми своими другими проектами обосрались тоже. Анонсировали там Neighbors from Hell Free Play. Neighbors from Hell Online, ну всякие такие вот, ну и в итоге... Так, блин. Подожди, я занят роликом сейчас. Не втерпёшь ему. Проглядели, но я думаю, там ничего такого особенного. А зачем я на цыпочках вообще сейчас шел? А, нет, он их все-таки кормит. Просто не в том порядке. Ладно, берем все, что в этой сумке. Наконец-то мы можем это взять. А, подождите, подсказка какая? Бережнее с книгой на этом уровне, она пригодится тебе не один раз. Ничего себе, серьезно, что ли? Интересно, а где же она еще мне может пригодиться? А где она еще мне пригодится может? Интересно. Надо аптечку, я не посмотрел нифига. А, наверное, вот с этим, скорее всего, она нужна мне. А ролик мне теперь где взять?
как вообще надо положить его, чтобы он его не заметил? Он же его подобрал только что. Так, я точно понял, где надо использовать книгу. Вот так. Ждем здесь, пока он, пока песик отойдет от вот этой вот фигни. Подсказки про ролик этот ничего не сказано. Типа мы сами как-то додуматься должны. Но вряд ли его кроме кухни где-то еще можно использовать. А, все, он пропал. Его взять уже нельзя. А, мы миксер еще сломать можем, что ли? Ёшкин кот. Вот это я не подумал. Ну просто в, оригинале. В оригинале как бы с ним ничего нет. Делать нельзя было. Что с ним надо сделать? Я знаю, что с роликом надо сделать. Догадываюсь. Короче, надо, вот когда он пойдет в кухню, включить миксер, удрать, и тогда он про ролик не обратит внимания, и тогда улетит уже в окно. Но это я уже провернуть не смогу. Сейчас он просто пойдет сюда и попробуем. Ведь убежать, правда, если пес будет. Если, правда, пес будет не спать в это время, то будет очень плохо. Да, очень медленно я прохожу турнир, потому что я не разобрался с некоторыми вещами тут в начале. Как бы я все-таки первый раз этот сезон смотрю. Но я обязательно после этого видео уже буду разбираться, как проходить его. На 100% в том числе. Буду разбираться обязательно. Уже осталось меньше 2 минут. Пройти, собственно, этот уровень тоже уже не получится. Сто процентов не получится. Не, запакость это не срабатывает. Ну да, я понял, да, с роликом надо было так и поступать, но только... А какая еще пакость? Подождите. Вот что-то с холодильником сделать, я так понимаю, надо, но... Ну что там, ну что-то, я так понимаю, можно с ним сделать. Ладно, с этим уровнем тоже не сложилось. Буду разбираться потом.
Сделай сам. Настоящий мужчина Ротвейлер сможет починить в доме все и даже соорудить что-то новое. Это он решил доказать маме. Ближе к ночи сосед устроил глобальный ремонт в доме. Нужно починить электричество в кабинете, наладить водопровод, отрегулировать батареи и кресло-качалку. Как бы могуч не был сосед, один он вряд ли справится. Давайте посмотрим. О, снова мамаша в доме соседа есть. Как в консольной версии, собственно, там было вот это вот кресло на этом же уровне. О, колоночки у телевизора есть, ничего себе. Тест новый, но это нового проигрывателя, видимо, у соседа. Прикольно, хорошо, что можно тут прятаться. В смысле? В смысле? Ты что, охренел, что ли, Вуди? Я тебе приказал за вешалкой спрятаться, а ты на меня ругаться начал. Что это за баги такие? Это баги были сейчас, да? Я так понимаю. А что в подсказке есть? Обычно белый экран подачи воды всегда работает, но когда сосед идет копаться в раковине, он его отключает, чтобы его не залило. А красный экран отключен всегда. Ну, то же самое было и в оригинальной первой части. А в консольной версии он оба крана и включал, и выключал. Аптечку нельзя открыть. Я надеюсь, что в ней ничего важного нету, иначе... Твою мать... Ага, а теперь нельзя спрятаться под кроватью. Ее нету здесь. Только тень от кровати все равно тут есть. Я надеюсь, что сосед сюда не пойдет. Нет, пойдет, скорее всего. Может, повезет, может, не пойдет. Он всегда рандомно ходит. Да что такое, а? Ну сколько можно уже? Сколько хватит уже ходить, а? Ну пожалуйста. О, повезло. Очень повезло каким-то образом, я не знаю как. Ну тут сразу два противника, мимо которых надо на цыпочках ходить. Пес ходит, зашибись. Ну давай засыпай, можно я уже возьму книжечку. И сделаю чего-нибудь хоть. Он очень мало спит. Вот он, но очень быстро. Я не. Какое-то одно действие я могу только успеть сделать за это время. Подошло. Замечательно. Хорошо, повезло. Не, он не догадался в подвал пойти. И нам это преимущество дало. Ладно, пускай разбирается. В смысле? Да что это за баги такие, а? Ненормальные. Да в чем прикол-то, блин? Да в смысле, да в чем прикол-то, я не понимаю. Ну в чем прикол-то? Не работает это, не работает. А
Почему, кстати, тут светится в этом месте, а там нет? Что за ерунда? Ну как? Почему щиток-то не работает? Да что за говно-то происходит, я не понимаю. Проигрыватель. Ну что-то с проигрывателем сделать, блядь. Не работает. Пробка не работает. Ну все, эту пакость я уже проворонил, потому что баг не работает. Ой, господи, что за говно с пробкой-то? Зачем надо было бежать, интересно? Господи ты, боже мой. Да. Я про мамашу забываю постоянно, что он... от нее точно не удрать. Вернее, я забываю, что она тоже просыпается все время. Ну ничего, сейчас исправимся. Ну с пробкой реально говно какое-то происходит. Почему она не работает? Аптечка не пашет. Ладно, сейчас с этим разберемся. А это еще что такое? Не, ну в этой игре еще полным-полно багов, насколько я понимаю, блин. Ай, господи. Ну-ка, я выйду сюда, нет? Да, выйду. О, господи ты, боже мой. Что не так с этой игрой, а? Ну, я как бы понимаю, да, это альфа-версия, но она очень баганутая, непроработанная. И новичку, вроде меня, новичку вот этой версии, реально будет очень сложно не напороться на баги. Так, я забыл вот эти вот взять. Ну да ладно, потом в следующий раз сделаем. Но я действительно только одно какое-то действие успеваю сделать. Кстати, забавно, что мамаша не просыпается от пса. Так, ну пробку я беру. Да, и подсказку я читал уже. Собственно, в ней ничего полезного нету. Совершенно ничего полезного в ней нету.
Попробуем еще раз. О, сработало. В этот раз сработало. Почему первый раз не сработало? Что за фигня? Я не понимаю эту игру. А, вот это вот я не забыл сделать. Ну да. Ну я не было времени это, в принципе, это делать. Ну да, так что фиг с ним, да ладно. А две шлифовальные машинки было, да? Еще одна недоделка. Надеюсь, ее поправят. А, кстати, забыл вам рассказать. Я был в деревне, и там, короче, была эта... Там у меня старый ноутбук есть на Windows 7. И, короче, я на него пытался установить вот этот вот ремастер. Как достать соседа? Оказывается... Кстати, а как комната освещается? Ладно, тут повезло. Комната чем освещается? Люстры-то нету. И, короче, там... Короче, установил... Оказывается, эта игра не предназначена для слабых компьютеров. Ну как, играть можно, но игра будет тормозить немного. В принципе, если кому-то плевать, то в принципе играть можно, конечно, но не очень комфортно будет играть на слабом железе. Видимо, тут движок такой более требовательный у этой игры. Ну еще там была проблема, короче, не работают сохранения. То есть вот я что-нибудь там пройду, выйду из игры, потом перезайду, а вообще абсолютно все на нуле, даже в том числе и настройки. А ну он второй раз попался на эту пакость, я не понимаю, что с ним такое вообще. Чем он думает вообще? Он этим идет заниматься или этим? Нет, вот этим. Я это не сделал, ну да ладно. А, он обратно вынул, что ли, пробку? А, я же наоборот его включил, подождите. А я не понял, почему он опять сюда-то пошел? Какой-то у него замкнутый круг действий пошел. Немного. Странный какой-то замкнутый круг у него пошел. Ладно, идем наверх. Подменяем книжечку. Что сейчас будет? Так, ну-ка, с проигрывателем что сейчас будет? То есть он один раз нажал, увидел, что что-нибудь включилось, и сейчас... Все сейчас улетит, блин! А это проигрыватель мамаши оказался, что ли? Это тоже что-то я недопонимаю, короче, немного здесь. Так, похоже, я влип. Короче, ну этот уровень тоже, я его не... Что-то тоже с ним тяжело как-то.
Это просто взгляд на уровни, а не прохождение. Потому что я не могу их пройти с первого раза. Мне надо изучать эти уровни, а я это за кадром буду делать. Ну давайте «Ночь охотника» тоже посмотрим. Ротвейлеру ударила в голову ностальгия, и он подоставлял все, что напоминает ему о старых охотничьих деньках. Он балуется с ружьем в подвале, примеряет охотничью шляпу, слушает дедовые пластинки 30-х годов, списывается с друзьями-охотниками в сети и в целом ни в чем себе не отказывает. Вуди поможет Седу вспомнить кое-что из своей жизни. Понятно. Ух ты, это что такое? Замечательно. В комнату войти не получится. В спальню. Пес очень сильно все усложняет. Ну ладно, можно с подвала зато спуститься. Так, ловим крысы. Ловим крыс. Я предполагал, что здесь будет эта мини-игра. Что, в принципе, логично. Хорошо. Что это за патроны вообще? Это для... Нет, это... А, это пачка динамита. Нет, это не в ружье. Есть ли что в аптечке? В подсказке что? Три подсказки, что ли, сразу? Чтобы сосед не успевал остыть, используй свисток, чтобы заставить соседа быстрее добраться до спальни. На этом уровне можно сесть за комп. Не торопитесь сделать пакости с креслом. После нее уровень заканчивается. С креслом что-то можно сделать. А вот интересно, каким образом он закончится? Короче, надо проверить. Это обязательно мы должны проверить. Не торопитесь делать пакости с креслом, после нее уровень заканчивается. Это надо проверить реально. Вот это интересно. Хорошо. Типа, хотя бы мы теперь можем сюда пройти. Свисток получили мы. Ты, господи, не втерпёшь тебе, блин. Динамит, наверное, в кресло нужно. Я других вариантов не вижу. А, понятно. Вот что он делает. Блин, не успел. Ну да ладно, он меня все равно не найдет. Сосед-то мимо пса, главное, может проходить. Могли бы сделать, я не знаю, анимацию, где он его там... А ну пошел отсюда, дай пройди! Типа того, можно было что-то сделать. Повезло, кстати, что сосед не заглядывает в шкафы или кровать. В шкаф или в кровать. Потому что вот в Hello Neighbor он под шкаф и кровы может заглянуть, посмотреть. А здесь не заглядывает. Ну, потому что действительно нет других вариантов, кроме как динамит в кресло. А, в смысле, а чё, не сработало, что ли? Да какого хрена, а? Это баг опять был, или я слишком поторопился? Короче, разберемся. Ладно, хрен с ним, ничего страшного. В принципе, шанс пройти этот уровень все же есть. Так, ну и пробки. На всякий случай вставлю, а то вдруг не засчитают, я не знаю. В оригинале засчитываю, а тут не знаю как. Ду-ду-ду-ду.
блин. Угу, тут мы не пройдем, к сожалению. Можно сесть за комп. Блин, а я вот это забыл сделать, кстати. Воспользоваться компьютером. Написать что-то ему. Он там переписывается с друзьями, надо что-то Ну-ка. Блин, анимация прикольная, кстати. Вот тут молодцы, постарались. Мне понравилось, серьезно. Пачку динамита явно в кресло, я других вариантов не наблюдаю. А, или может... А может и в табакерку, не знаю. Может и в табакерку, и то надо, не знаю. Ну-ка, я могу мимо него пройти вообще? Да, могу. О, смотрите, два соседа, прикол. Еще один баг. Офигенно. Это сосед, а это его брат-близнец. Забавные баги, конечно. Но он сейчас вернется в кресло и, собственно, он испарится. А, все, он остался. А, все, он не может теперь вернуться. Ага, теперь сработало. Все, кирдык к этому уровню, я его не пройду. Опять баг произошел. Ай, господи, ты боже мой. Что происходит в этой игре? Какие баги, а? О, господи. Ну, мне реально интересно посмотреть, как закончится уровень. Сосед из дома, что ли, сбежит или что? Или он... Может, динамит взорвется, ему надо скорую будет вызывать, он не сможет дальше никуда ходить. Интересно, реально интересно посмотреть. Постараемся вместе с вами все-таки узнать, что здесь будет. Не. Вот жаль, описание предметов прочитать нельзя. Либо можно, но я не знаю как. Ой, господи, да что ж такое. Ну да, на него наступать нельзя, на пса, когда он проснется тоже. Логично, в принципе, логично, абсолютно. Вот интересно, что будет, если компьютером воспользоваться. Не торопитесь делать пакость с креслом, после нее уровень заканчивается. Интересно посмотреть будет. А, нет, я не успею. Еще сейчас попробуем успеть. Так, ждем, когда пес переместится в другое место. Ремастер определенно этот предназначен для тех, кто уже профессионально проходит обычный «Как достать соседа». И типа вот, вы умеете проходить оригинальный «Как достать соседа» уже без... Блин, я забыл достать крысу. Ай, блин, еще раз перепроходим. Нет, вот этот уровень я хочу попробовать пройти. Вот серьезно. А с остальными уровнями я буду потом разбираться. И обязательно сделаю гайд, когда научусь их проходить. А пока... Это первый взгляд именно.
Сложный ремастер, очень сложный, определенно. Так, раз поймал, два поймал, три поймал, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 19 крыс поймать нужно. А, я еще мусорное ведро не проверил. Но ничего, проверим. Проверить еще будет возможность. Ой! Повезло. Я что-то забыл про это. Короче, нельзя сосед... нельзя будить соседа ни в коем случае. Иначе произойдет вот такой вот баг, который вы уже видели, с двумя соседями. И проблема в том, что этот баг значительный, и, собственно, из-за него уровень... процесс прохождения уровня делается невозможным, становится. А ты чё не идёшь-то туда? А почему ты не заходишь туда? Опять баги, короче, небольшие были. Так, что там в компьютере? Ух ты ж, нифига себе! А что сделать надо? А, написать ничего нельзя. А куда сдвинулось-то всё? Какой-то глюк произошел опять. Написать в чате: мужики, надоело мне все это, не могу я уже спокойно думать о том, скольких зверят мы убили, мне их так жалко, никогда больше не смогу взять ружье в руки, и от мяса тоже откажусь, стану вегетарианцем, надеюсь, вы меня поддержите, может, тоже перестанете убивать животных. Хорошо, идем под кровать. Так, я надеюсь, клюнуло уже. Надеюсь, пакость сработает. Вот это классно сделано, мне понравилось. Тут прям молодцы. Жаль, я не успел прочитать, что они ему ответили. Потому что надо было уходить уже. Ну это прикольно, вот это классно прям вообще получилось. Давайте ускорим немного это дело. Короче, пока он спит, нельзя будить его с помощью пса, ни в коем случае. Но! Ты чё, дурак совсем?
Вуди, ты чё, дурак совсем или чё? Ты издеваешься, блин, или что? Ой, господи, какой дебил, а. А почему он, кстати, их обратно не почистил? Или так и должно было быть? И куда полироль исчез? Ой, господи, что происходит в этой игре? Я не понимаю, эти баги про... Баги в этой игре повсеместны, и они дико бесят. Он детей напугал, что ли, этим? Вот реально. Баги. Переизбыток этих багов, которые значительные. Ведь после этого ты уже не можешь нормально играть. И тебе приходится перезапускать уровень. Отлично, вот теперь сработало. И это сработало. Больше, чтобы никакого шума по ночам. Ну да, видимо, детей пугает будет. Почему у него нос синий, кстати? Или это такое... Или это отсвечивает так? Давайте проверим, можно ли вообще что-то тут сделать. А, не-не-не-не, пока не надо. Сосед еще не умудряется засыпать здесь, пока слушать свою невыносимую мелодию, я так не могу. Понятно. Ничего, сейчас разберемся. Нет, сначала пакости с ружьем все-таки надо сделать. Он же в подсказке сказали же, что надо в конце это с креслом делать. Так что, вот... Так, чтобы пакости закончились вот здесь, на кресле, нужно начинать откуда нам? Наверное, с ружья. С ружья надо начинать пакости. Таким образом, и на 100% получится что-то. Но мне кажется, для 100% надо что-то еще сделать. Ускорить там его, я не знаю. Ну да, скорее всего, надо ускорить. Нам не просто так дали свисток, которого у меня, кстати, почему-то нет. Он куда-то пропал. Или я его не взял. Нет, я наверное, его не взял. Скорее всего, я его не взял. Ладно, сейчас прокрадемся туда и попробуем его взять. Но если его там не окажется, то это опять баг какой-то произошел. Так, не дай бог, пес проснется сейчас. Не, не проснется, не успеет. А, ну да, я забыл. Я свисток забыл, да, взять. А, ну да, я, кажется, понял. Надо начинать с ружья и тогда посвистеть свисток, чтобы он быстрее прибежал к шляпе. Только тогда получится уже его это приманить. Побыстрее. Да, я проглядел это, к сожалению, но потому что не до этого было. О, повезло. Свисток надо проверить. Почему не работает? А, нет, работает.
Так, проверим, что можно сделать с креслом. Динамит же в него надо, да? Надо, чтобы он на нем спал. Понятно, хорошо, я это запомню. Запомним, запомним, хорошо, мы это запомним. Повезло как. Как повезло, а? Обалдеть, я офигел. Ладно, сейчас покурить, ляжет спать. Юмор. Let's go. И давай быстро, 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 быстро. Ну-ка, что сейчас будет? Что сейчас будет? Я хочу узнать. И... сваливаем отсюда. А мы можем... А, нет, уже ничего не двигается. Так, короче, смотрим последствия. Сильно обгорела комната. Попадали некоторые книги, заклинила дверь. Покосилась жалюзи. Сосед, судя по всему... Не, ну вряд ли он умер. Он, скорее всего, попадет надолго в больницу и... Скоро приедет скорая, давайте завершать уровень. Ладно, один уровень прошли, и то на 86%. Короче, последняя пакость меня, конечно, порадовала. Неплохо. Но интересно будет дальнейшая судьба соседа. Ну, понятное дело, что он выживет. Нас же ждет продолжение в адских каникулах. На уровнях из второй части, собственно. Но это, конечно, ну это прикол просто был с последней пакости. Ладно, короче. Я хотел еще бонусный уровень показать, но времени уже нету на это. Короче, давайте закончим на этом. Я буду разбираться потом, как пройти третий сезон. И обязательно сделаю потом гайд по прохождению всех трех на 100%. А пока что на этом все. С вас Стрекоз подписался. С меня эпичный видос. И строго не судите, что сегодня не, только один уровень удался. И то не очень хорошо, не очень удачно. В общем, подписывайтесь на влоговый канал, стримовский канал. И всем пока. Увидимся в следующих видео.